Йодная профилактика, временное отселение людей и информирование. Белорусские спасатели сегодня отрабатывали на практике, как реагировать на радиационные аварии. Основной площадкой стала белорусская АЭС. Спасатели и медики оказывают первую помощь и эвакуируют в безопасные точки. Проверку проходит и техника. Загрязненные машины отправляют на чистку от радиационного фона. За маневрами наблюдают представитель ОДКБ и аккредитованные в Беларуси послы. Готовность персонала станции отработали на тренажерах блочного пульта управления станции. МЧС вместе с Минэнерго и другими министерствами ведомства показали абсолютно полную готовность, если не дай бог что-то случится. Теоретически может что-то случиться, но мы должны быть всяким неожиданностям готовы. Поэтому и те, кто участвовал в учениях, и вот наблюдатели, которые приезжали, гости за границу, все отметили очень высокий уровень готовности к ликвидации, не дай бог, вот таких вот чрезвычайных ситуаций на атомной станции. Мероприятие в Островецком районе завершили двухдневное комплексное учение по реагированию на радиационные аварии.